Нижний Кужебар – село на юге Красноярского края в Каратузском районе. Рядом с ним шумят березовые рощи и бегут две быстрые речки, полные рыбы – Амыл и Сап. Очень красивое место. Давно хотела приехать к Наташе в гости. Я теперь понимаю, почему она так красочно описывала это место. Здесь живет моя подруга. Познакомились мы с ней в Красноярске, и Наташа много рассказывала о своей малой родине. Мы с Аней познакомились как раз из-за вышивки. Но хотя и тогда знала, что она работает на телеканале «Енисей». Мы всем селом его смотрим, нам очень нравится. Жители Нижнего Кужебара – гостеприимные и улыбчивые люди, которые любят свое родное село и интересуются всем, что происходит в нашем большом крае. Село Нижний Кужебар – удивительно красивый уголок Красноярского края.